Квест «Сталинградская битва» — это не только ознакомление с историей Великой Отечественной войны, но и воплощение себя в роли отечественного журналиста. На протяжении трехчасового мероприятия ребята могли задать интересующие вопросы у ветеранов, которые прошли все трудности этой страшной трагедии. Главными гостями стали Арзамасцева Вера и Пушкарь Алексей. Они участники боевых действий в Сталинграде. В Феодосии таких героев осталось четверо, но только двое из них смогли прийти. Очень понравилось. И вот эти вот мероприятия, которые проводили в каждом классе, которые мы посетили, вот мы очень и очень довольны. Перед участниками стояла задача пройти 6 станций, где в каждой из них давалось по одному заданию. А задания были такие, как перенести раненого в госпиталь, построить мост из дощечек или собрать завязанными руками самолетик. Несмотря на сложности, ребята за небольшой период времени смогли побывать в различных жизненных ситуациях. Сейчас студенты на ваших глазах пытаются соорудить катапульту. Их главная задача — попасть во вражеский танк. В связи с тем, что этот год объявлен годом волонтерства и добровольчества, такие мероприятия стали проводиться более высшего уровня, чем прежде. А значит, теперь с помощью организаторов они станут масштабнее и интереснее. Ведется работа по посещению ветеранов. Стараемся всех посетить, всех поздравить с праздниками в канун Дня Победы, в их личные праздники. Победителем квеста стала команда «Панфиловцы» из Ленинского района. За свой боевой дух быть первыми они были удостоены лучшего. Подарков. Мы эту победу очень долго ждали. Мы целый год занимали только 4-е место. Потом, вот поэтому первому месту мы очень рады. Нам очень понравился этот квест. Мы море впечатлений. Да, море, буквально море впечатлений. Мы все время принимаем участие, стараемся активно быть. И тут вот 1-е место наконец-таки дождались. Всероссийский традиционный исторический квест, посвященный Сталинградской битве, собрал в этом году 12 команд со всего Крыма. Сейчас участников награждают различными подарками и грамотами. Мухаммед Зикриев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллер».